Тут стало страшно. Так это вот Комарова и было, да? И знаю, Комарова вот с этой стороны, толстая, а там был юный геолог. Платон Зурова боится стоянка и даже у них тут платная. Вход на территорию без путевок Азов. Платный, прогул сатаника-кафе, наверное, скоро. 700 тенге детям до 7 бесплатный, стоянка 30 минут, 1000, стоянка одного часа, въезд на территорию. Значит, Россия не власть. Это выходит, он выкупил вот эту всю территорию, нифига себе. Ты думаешь? Ага. Непредставимо широкий. Это не он там пытался? На самом западном Ну это и войны, и дети, наверное. И вдруг увидел, что это пятнышко источает яркое, пульсирующее сияние. Так вот.